Итак, друзья, сегодня я вам буду рекомендовать программное обеспечение от компании PassFab iPhone Unlocker. Что эта программа умеет? Это поможет в случае том, если вы забыли экранный пароль. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Друзья, как вы поняли, ситуация будет решаться следующим образом. Вдруг, я вам поочередно сейчас скажу, забыли вы пароль, заблокировали телефон, или кто-то вам заблокировал телефон по экранному паролю, там, как вы знаете, есть на 15 минут, на полчаса, на час и вообще на бесконечное количество времени. То есть, чтобы избежать этой проблемы, можно решить путем вот снятия блокировки. То есть, чтобы вы понимали, вы не накатываете jailbreak по этой программе, вы абсолютно стираете все необходимые данные и получаете чистое устройство, которое можете активировать. Но, опять же, вы можете всегда сделать резервную копию в iTunes. Здесь, в данной программе, вы чистите телефон, а с другой программы, с iTunes, вы уже конкретно можете накатить все ваши данные, чтобы не терять. Это вам такой краткий лайфхак. Следующее, что хочется объяснить. И, конечно же, не используйте это программное обеспечение в коммерческих целях. Это именно сугубо для тех ситуаций, которые касаются лично вас. Итак, при открытии данной программы мы имеем удаление пароля блокировки, убрать Apple ID и убрать MDM. Это блокировка активации по iCloud. Первое, с чего мы начнем, это удаление экранного пароля блокировки. Подключаем наше устройство, жмем старт. Наше устройство определяется, какая версия iOS. Нам предложат загрузить новенькую прошивочку. Жмем загрузить. Ждем этот процесс, пока она у нас загрузится. После этого продолжаем. То есть у нас накатывается по факту новая система, стирается пароль. Активируем заново устройство. Что я вам уже показал, доступно как для Windows, видите, 10.8.1, 7XP и точно так же для macOS. То есть это все доступные перечисленные функции, которые я вам продемонстрировал. И точно так же с небольшим описанием и рекомендациями. Очень полезная вещь. Все доступные функции действительно работают. То есть пошаговая информация. Вы можете сначала зайти сюда, совсем ознакомиться. Нам точно покажет, как войти в DFU режим. То есть на каждом из данных устройств. То есть, как показывается с iPhone 7, 8 и другие доступные устройства, которые вам будут нужны. Если вы не найдете здесь, есть доступная информация, конечно же, в Гугле. Поэтому все ссылочки, конечно же, будут в описании и в закрепленном комментарии. Переходите, промокод по скидке 30%. Сами видели, друзья, ничего сложного нет. Буквально пару кликов вы можете решить данную ситуацию и даже не заморачивайтесь вообще с какими-то поисками в Гугле, там еще что-либо, каких программ. Как зачастую правило, вы накатываете jailbreak на других сторонних источниках, и вы просто получаете по факту устройство для хранения медиаданных, но вы не сможете ни позвонить, ни написать сообщение. То есть вы устройство iPod Touch. Вот и все. Поэтому, чтобы не пропускать мои новые видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать новый интересный контент. Скоро увидимся!